Всем привет! Я приехала из города. Ездила в Свете. Она забыла, короче, проект дома. Я ездила и увозила проект. И Оксане покупала перчатки, потому что Оксана опять потеряла перчатки. Купила ей там меховые, теплые за 200 рублей. И сейчас вот приехала домой, купила творог со сметаной, направляю, чтобы настоялось, и детки потом покушают. Мне потому что к 4 часам опять надо будет ехать в город, в полицию по поводу заявления. Короче, вот так вот. Поэтому все, бегом. На, поесть. Сахара нормальный. Вкусно. Дети, если захотят, сами себе еще сахар добавят. Я просто сейчас настоится. Себе немножко наложила в контейнер, сейчас поем. А этот приберу, пускай настаивается в холодильнике. Ребята пройдут, поедят. Творожочек. Две упаковочки сразу творога брала и вот такую баночку сметаны брала на развес. Еще хлеб взяла. Погода у нас сегодня немножко подморозила уже. Поэтому так вот. Ладно, сейчас я сделаю чай, пойду попью чай, поем. Мне надо еще на госуслугах кое-что сделать. Попробую снова сделать. Не знаю, получится, нет у меня. Ну вот, попытки пока никак. Но если не получится, значит завтра в МФЦ поеду с утра и буду делать документы. Короче говоря, делаем. Все, беготня. Ваня с Мариной в садике. Ваня сегодня закапризничал утром. Не хотел идти в садик. Но вот сегодня они уже третий день как ходят в садик. Сегодня не хотел идти, хотел спать. Мама, спать хочу, я не хочу в садик. Кое-как я его подняла, но он ушел вроде в садик. Все нормально. Так что, дай бог. Посмотрим, сколько походит. Надеюсь, что подольше походит, чем раньше было. Раньше они день-два и на больничную уходили. Сейчас, надеюсь, подольше, потому что мы пропили лекарства, просидели 4 месяца, считайте, они у меня дома сидели. Ни разу не болели за эти 4 месяца. И надеюсь, что сейчас долго проходят. Ну, посмотрим, видно будет все. Ладно, все, пошла я поем и буду на госуслугах делать документы. Сижу за компьютером и смотрю, у нас на дерево прилетел дятел, видите? Там, а у нас, как мы повесили кормушку, очень много птичек разных летает. Такая красота за окном. Пишите, нравятся вам такие видео или нет. Ребят, у нас тут столько птиц. У нас муж вон там вот к кормушке приделал, видите, кусок сала. И птицы его, смотри, Егор, как они его исклевали. Смотрите, прям клюют это сало. Им сейчас зимой обязательно сало надо. Тут у нас и воробьи, и синички. И какие-то эти... Дятел даже летал, но я вам кадр-то вставила, люблю, покажу. И все деревья, у нас тут все, вон там вон тоже много птиц летает. Все летят сюда, и вот сало грызут. И кошка у нас тут караулит их за пальмой. Да. С этим хохолком. С хохолком, ну какие-то прилетали птички. И вот они вот это вот сало клюют. Видите, как наклевывают сало. Муж прям на гвоздь взял, прибил туда кусок сала. Хлеб ложим туда, крупы всякие. Короче, все, что есть, все даем. И они вот всегда вот зимой они у нас тут обитают, кушают. Напишите, кто тоже кормит птичек. Видите, как кошка караулит. В окно там птички вот кушают. Через тюль буду показывать, а то... Ну, а видите, там они кушают. И кошка у нас тут постоянно. Мы с Машей... Маша, одевай твои перчатки. Взяла? Ну все, одевайся. Мы с Машей просто поехали сейчас в город. Сейчас попробую зафоткать. Кадр классный. Как вот
сфоткала. Там так много сидело птичек. Они все сало объели уже. Обклевали. И Василис тут. Василис тут посидит, а так надо, все равно холодно. Потом идет туда вот на печку садится и сидит там. Ладно, дорогие друзья, поехали мы в город. Ты оделась? А я еще не обулась. Ну все, поехали. Одеваемся. Ребята, я на улицу вышла. Сейчас, подожди. И мы тихонько-тихонько вышли, чтобы показать, смотрите, сколько птиц. И вот там вот тоже они сидят. Что ты, Маш, говоришь, где? Там много птиц. Там много птиц было? А, ну вот там улетели. Ну вот у нас постоянно возле окна вот так вот. Так классно, смотрите, сколько их там. И кушают. Там на земле тоже. Они крошки сыпят туда и едят. Но муж, когда сыпет кормушку, они, получается, еще и падают. Напишите, кто тоже птичек кормит обязательно. Ой, Егорка, нифига, как хорошо вычистил. Да. Что там? О, там, там в это, в траве, смотрите, ребят, сколько их там. Куча, очень много, ну пускай летает. Так сейчас всю зиму будем, да, Машенька, кормить? Ладно, дорогие друзья, мы поехали с Машей в город. О, как Егорка мне широко, я дорожки почистил. Молодец, сыночка, умница. У Маши сегодня прибралась, никого не было. Ладно, все, поехали мы в город по делам. Вот смотрите, как красиво месяц там. Ну, он сейчас за облаками закрылся. Мы идем с садика. Да, Ваня? В магазин зашли еще. А там месяц. Классно. Смотрите, как красиво. Вообще классно. Закат. Красивый пакетик. Ребят, пришли. Иди сюда, я достану. Неси сюда пакетик. Неси пакетик сюда. Я сейчас, да, это твое. Короче, приехали мы уже домой. С Машей привезли туалетную бумагу. Так, тут Ванина яблоко еще. Отдай Ване, пожалуйста. Ванина. Вот это вот Ванина яблоко. Это мое. Да. Сейчас дальше разберем. Туалетная бумага. Это им в садике давали. Я в овощной не заходила, там народу много. Вот такие вот печеньки взяли. Слойки. Потом дальше. Взяли вот таких вот соломок ванильных. Дальше взяли вафельки сливочные. Дети у нас их хорошо едят. Вы знаете, что я сейчас делаю? Я здесь ложу, а Егор потихоньку тащит внизу к себе. И вот такие вот мы взяли крекер с луком. Попробовать. Никогда мы с луком что-то не брали. Дети с луком что-то не очень. Молоко взяли. До этого еще брали шоколадки. Две. Катя их убрала, наверное, здесь. Куда она их убрала? Пока. Короче, не знаю, вот такие вот два сыра еще взяли. Катя просто домой пакет привезла, плюс еще овощи там кое-какие взяли, ну и две шоколадки, а Катя куда-то их заныкала. Это же Катя, а вот они лежат. Вот две шоколадки вот такие вот, это мы в городе брали уже. Че, какая? Да. Миндаль? Миндаль и кокос, мы кокос обожаем, да? Кокос мы, Егорка, что, вкусные соломки Егорка уже открыл? А творог что, ел кто-то, нет? Короче, вот такие вот все покупки в целом. А тут сало еще есть. Кабачков. Тихо, не кричи. Кабачковую икру там достали, да? Я. Достали? Мама. Ну, хорошо. А хлеб-то есть? Я что-то хлеб-то не купила. Хлеб есть тут еще. Короче, вот такие вот дела. Сейчас пьем чай, идем делать уроки. С Машей завтра пойдем перчатки. Да, можешь покупать? А он сказал ванильную сначала, кокос. Окей. Окей, окей, Google, да? Окей, okay, Google. Видите, как у нас весело? А что плакать-то, да, Маша, скажи? Там, видите, у нас квашеная капуста в банке из-под вишни. Белая вкуснее. Белая вкуснее? Ну, ваше дело. Ладно, дорогие друзья, пока я ездила в город, тут у нас каша манная осталась. Муж решил сделать манники. Кашу манную перемешала с яйцами, с мукой и обжаривает сейчас. А я сегодня уже три раза в город ездила. Устала, как собака. Ты как-то это, остепенись немножко. Ладно, пойдем чай пить. Всем хорошего дня, девочки. Я вас всех люблю. Вкусный творог. Ваня с Мариной сели творог кушать.
И яблоко, и творог, и печеньки. Вот такие мы голодные с садика приходим, да? Что там? Василиса. Ой, ты господи, игривая ты наша. Маш, ты же пошла переодеваться, чтобы уроки делать. Тюнаша, кусяка, кусяка. Марина, аккуратно, так мы не делаем. Кушаем творог. Многие говорят, зачем Настя такую короткую клеенку взяла. Но я специально взяла, чтобы она не это. Она дорогая, ребята, она 400 рублей почти за метр. Поэтому она вот удобно вот так вот. Оно не задирается, углы не рвутся. И удобно. Да, Марина? И красиво. Вкусно, Ваня, творог? Какие мы голодные из садика приходим, кусить сразу захотели. Папе аж позвонили, чтобы он творог достал, чтобы творог согрелся, да, Ваня? Стоит на остановке, говорит, мам, я кусить хочу, и мультики смотрят. Оксана, ты поела? Доедаешь? Ладно, ешьте, пошла я открывать дневник электронный и делать уроки. Всем хорошего вечера! Садимся с Оксаной уроки делать. И вот сегодня у нас 17-я среда. Оксана получила 3 по литературе и 5 по литературе. Потом окружающие 5 и изобразительное искусство 4. Молодец!